Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». Так, ну что, наше приключение продолжается, я надеюсь. Мы с вами остановились где? Покажите мне, пожалуйста, где мы остановились. На 15 уровне. Ну что же, давайте приступать, не будем долго тут рассусоливать, да? Что-то там рассказывать и перерассказывать. Так, бананофон. Так, Дэйв, что тебе нужно? Сос, спасти. Кого спасти? Нам, видимо, нужно спасти... Нам нужно спасти, ребята, вот эти подсолнухи. Поняли? То есть, получается, что мы должны их защищать. Ладно, давай начнем, наверное, с наших растений. Да? Так, возьму я сюда, наверное, еще орех и подсолнухи. Я думаю, наверное, вот этого будет достаточно. Я не уверен, честно говоря, на 100%. Так, о, спасибо за такой добрый подгон. Выставим свой подсолнух еще. И откуда пойдут зомби, ребята? Я буду ориентироваться на зомбарей в первую очередь, потому что с какой стороны... Ага, вот, вот, ребята, они идут сверху. Поэтому давай, наверное, мы вот сюда поставим нашего боевичка. А вот сюда поставим бумеранг. Да, я думаю, этого будет пока достаточно. Так, задний ряд полностью с вами подсолнухами заделаем. Но не стоит забывать, что нужно нам, ребят, с вами защищать вот эти вот подсолнухи. Будем, естественно, обороняться, как только можем. Все усилия к этому прикладывать. Так, они идут один за одним, один за одним. Так, давай мы, наверное, вот сюда поставим бумеранг. Может быть, я зря это, конечно, сделал. И сюда еще один подсолнух. Слушай, я вот думаю, наверное, вот орех. Давай влепим орех, чтобы он дальше сюда не прошел. Так, ну что, подсолнухи у меня стоят на заднем фоне, да? На задней, ребята, дорожке. Так, о, спасибо за листочек. Ой-ой-ой, что-то мне кажется, ребят, тихо, ты смотри, практически подошел уже. Практически он уже подошел, но мы его, я думаю, быстренько отсюда уйди. Уйди отсюда, а. Так, это, ребята, у нас усиленный зомбарь. Капуста не справляется. А если так? Есть, ну, пришлось потратить. Я ничего, ребята, хорошего не скажу по этому поводу. Да, лопухнулся, но иначе бы нас бы тут забомбили. Так, бумеранги бомбят. Так, подожди, кого? Здесь у нас очень мало защиты, поэтому давайте, наверное, сюда еще капусту поставим на всякий случай. Что такое, суперволна, что ли, идет? Или что? Я орехами отгорожусь от них. И надо вот, где у нас как раз вот эти, ребят, подсолнухи стоят, нужно сделать офигенную защиту. Да? Офигенную защиту, чтобы никто не смог пройти. Не знаю, получится у меня или нет. Ну, так, подожди. А, орех стоит, все нормуль. Так, не надо похищать мои солнышки. Отдай сюда. Стырил все-таки, а? Все-таки стырил. Опачки, а вот это вот непорядок. Так, это же у нас мумия будет, да? Ой, солнышки мои тырят. Я не успеваю, ребята, их... Я не успеваю их забрать. Давай вот так вот сделаем. Слушай, я думаю, что эти парни, наверное, должны хорошо себя проявить здесь. Так, усиленный зомбарь, ребята, подходит. Сейчас будет хрумкать мои растения. Почему у меня здесь нету... Дай попробую. А, справился. Справился, молодец. Дай-ка сюда орешек я поставлю. Это не дело. Так, забираем здесь все. Сюда... Еще поставим. Ох, ребята, 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 ребята. Смотри, что происходит. Они потихоньку орехи-то мои тут погрызли. Дай сюда листочек. Орехи погрызли, надо вот сюда выставлять обязательно их. Опять в рядок. Никаких этих подарков вам не будет. Никаких абсолютно подарков. И давай вот сюда вот бумеранг поставим. Так, ну я думаю, что этого мы сейчас расколбасим, да? Сидит он там в саркофаге в своем. Сюда вот орех нужно влепить. Сюда нужно влепить орех. Ну где, где? Давай капусту сюда влепим. Листочек еще один летит. Спасибо тебе большое. И вот сюда я орех поставлю. Вот так. Я просто отгораживаюсь от них, ребят. Чтобы они не прошли. Давай, наверное, капусточку задействуем. Ой, что-то не сработало. А если я еще разок бомбану? А что они такие крепкие-то? Ты посмотри на них. Крепыши. Ничего не скажешь. Так, листочек летит. Отлично. Так, ну что, орешки мои пока... орешки мои. Орехи мои пока стоят нормуль, держат оборону. Так, смотрите-ка, мы с вами горшочек нашли с цветочком. Все, что ли? О, пиньета вылетела. Так, отлично, ребята.
Что я могу сказать? Неплохо прошли мы этот уровень. Все наши цветочки в целости и сохранности. А теперь мы с вами будем вскрывать эту пиньяту и смотреть, что нам из нее выпадет. Ну-ка, деньги-то понятно. Сколько? 3000 голды. Ага, подсолнушек. Интересно, сколько мы? 7. Так, двойной подсолнух. Сколько? Тоже. Тоже не очень много, ребята. Ну, прокачать, естественно, не сможем. Но главное, что мы этот уровень с вами прошли. Выйти на карту. Я почему хочу выйти? Потому что мы с вами нашли горшочек. Да, и я думаю, что нужно посадить какое-нибудь растение. Я не знаю, сможем, не сможем. Но надо посмотреть. Так, на 16 уровень мы с вами перешли. Дайте мне посмотреть, что мы можем с вами сделать. Так, у нас тут боевичок наш, да? Это крутенько, это очень крутенько. А здесь, будь добр, да, как говорится, заплати 30 гемов. А стоит, давай попробуем, ребят. Фиг уж с ним, хорошо. Сажаем, что у нас тут? Орех. Польем, обязательно польем. Так, здесь кто у нас? Здесь у нас ромашка. А ромашка, по-моему, деньги просто дает, да? Так, сажаем сюда. Минка. Так, а тут у нас кто? Да ладно, опять у нас ромашка. Ну ладно, ромашки дают деньги. Минка, наверное, подрастет. Я не знаю, что она будет сразу, что ли, вкапываться или как она будет бомбить. Все это посмотрим, когда они подрастут. Ну, а мы с вами, наверное, переходим на 16 уровень. Кстати, какой-то ивент, смотрите, ребята. Я так понимаю, это для Хэллоуина, да? Или он только начнется через 13 часов, или он уже идет. Какие-то хорошие призы. Ну-ка, можно просто глянуть одним глазком. Я знаю, что ивенты для меня пока очень сложные будут. У меня непрокачанные персонажи. И как рассчитывать на это... Что такое? Так, что он там? Джек, что-то там. Тапни на Джека для того, чтобы он жарил огнем. Слушай, ребят, по-моему, я зря это все дело затеял. Так, вот так он поджигает. Хорошо. Всего лишь одного Джека мне дали. Ну, я думаю, что он... А, вот, ребята, мы можем с вами их покупать и, конечно же, выставлять. Ух ты, а что это, ребята, за лук? Что он делает? Кто мне скажет, что делает лук? Я не знаю. Вау. Он, ребята, дышит. И все, короче, в стан вгоняет. Смотрите, зомби просто стоит на месте, ничего. Так, подожди-ка, жарь, конечно же, замарить их жарь. Давай, наверное, вот сюда поставим, да, этого Джека. Пускай тоже поджигает их. Что, уже волна? Ой, серьезно, что ли? Так вот быстро? Давай, поджигай их. Нечего на них любоваться. Здесь мы немножко их притормозим. Надеюсь, этот с горшком идет на голову надел ведро, да? Хочет, наверное, конфеток получить. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой, а чё так слабенько? Почему так слабенько, я спрашиваю? Так, ну а ты, ну вот куда ты разогнался, парень, а? Блин, мне не успеть, наверное, за всеми, за ними. Так, опять он в стан, ребята, вогнался. Вот сюда я поставлю орех. И поставим сюда Джека. Все, этот сгорел. Так, а погоди. Погоди, орех. Тут смотри, что происходит. Ты посмотри. Так, листочек. Ребята, мне дали листочек. Я его, естественно, сразу истрачу. Ух, повезло. Пока живем, ребят. В общем, да чтоб тебя. Ты прошел. Ты посмотри, ребята, он прошел. Так, Джеков всех надо сразу. Он что там жрет? Он жрет орех, да? Тогда его жарим. Раз он орех лопает. Так, и не забываем про наши подсолнухи. Про наши подсолнухи. Так, жарь. Так, а это что у нас, ребята, за копатели такие? Он выкапывает, что ли? Опа, взял Джека, перекинул. Нормуль? Офигеть, да? Он тут вытворяет чудеса на виражах. Куда ты бежишь-то, олух? Куда ты, я спрашиваю, бежишь? Так, я что-то, ребята, подожди, куда он разогнался? Он куда разогнался? Мне придется, ребята, вот так вот сделать. Это только для нашего блага все. Это ивент. Вы знаете, что ивенты всегда сложны, ребят. Всегда сложны. Так, монетку отдай только сюда. Здесь у нас никого нету. Давай орех выставим. Что это, в овцу? В овцу кого-то превратили? Мне не нравится такой подход.
Ну, вот легеньких зомбарей мы сжигаем сразу же с вами. Так, давай листочек сюда потратим. Маг этот тут нещадный вытворяет какие-то фокусы ненужные нам. Ой-ой-ой, это еще что за чудо? Юда ползет, ребят. С танцорами все дела, да? Орехи, конечно же, нужно орехи сюда выставлять, ребят. Мне это все не нравится. Кого-нибудь поджарим или нет? Ну, вроде бы как получается. Так, вот это вот... Что за... Что он делает? Что он там делает? Иди отсюда. Ты мне не нравишься. Так, орешки. Обязательно. Этот опять копатель за свое, а? Давай, ребята, по всем фронтам бомбить. Да когда же мы его разберем-то? А этот все копает. Этот все, ребят, копает. Копатель чертов. Слушай, а как интересно листочек действует... Нет, пока мы не будем проверять. Маленький йети пришел. Смотрите, вон он. Бежит, ржет еще. Они сейчас съедят мне. Неужели его съели? Нет, не то, все не то. Так, давай жарить. Так, смотри, зомби. С ледникового какого-то периода. Я надеюсь, капусточка... Ой, капусточка, это же лук. А что, ему все равно, что ли? Или как? Бедный мой орешек. Его едят потихоньку. Его потихонечку едят. Дайте-ка я выкопаю, наверное, вот здесь. Ага, и поставлю горхострела. Так, погоди-ка, ты куда подошел-то сюда? Что ты так близенько подошел? Ну, давай, Джек. Все, ребят, по-моему, мы здесь победили. Слушай, ну, сложновато было мне, пришлось... Так, что такое? Открыть три пиньяты. Угу. Отлично. Причем вот этих двух у меня вообще нету. Прикинь. И что? А как закрыть? Ага. Вторая часть, третья, четвертая и в конце пятая часть. Такая вот супер пиньята будет, да, у нас? Ты хочешь продолжить играть? Нет, ребят, я пока не хочу. Мне хватило одного уровня, да, на ивенте. Хотя, может быть, я за кадром немножечко и поиграю. Посмотрю, что там нам достанется. Ну, а мы с вами переходим на 16 уровень. Давайте посмотрим, какое нам предложат тут испытание. Мы до сих пор с вами в Египте. И все берем по стандарту. Так, орех. Я думаю, надо взять орех. Мне кажется, орех лучше, чем та же самая минка. Минка, она, ну, взрывается и все. А орех все-таки сдерживает нашествие зомбарей. Хоть и не так сильно. Если мы его прокачаем, я думаю, что он будет хорошо держать оборону. Так, давайте, естественно, ребята, с подсолнуха все это дело начинается. Где? Вот отсюда, да? Вот отсюда он начинает идти. Мне не хватает, так вот, капусточку давайте поставим. Пускай она бомбит потихонечку. И вот сюда вот поставим орех. Просто защитимся. Так, все по одной пока линии идут. Для нас это большой плюс. Он уже без руки. Бум, и без головы. Капусточка, ну, пока справляется. Но это легкие зомби, это самые начальные. Так что тут... А вот почему вот этот какой-то вот... Не знаю, он, видите, ребята, в молниях весь. В чем прикол? Что это означает? М? Так, ты будешь свой бумеранг-то влеплять? Вот, молодец. Только стоит сказать, сразу начинает приниматься за работу. Давай сюда, наверное, тоже капусточку влепим. Так, и сюда орех, на всякий случай. Так, ребят, вот этот мне не нравится. Что он делает? Он, по-моему, надгробие сейчас, да, будет плодить? Да. Он плодит надгробие. И это плохо. Для меня это плохо. У меня нет того растения, которое уничтожает именно надгробие, но зато у меня есть вот капуста. Так, подожди, все, мне не нужны больше подсолнухи. Я, наверное, вот сюда вот поставлю орех. Хорошо. Что, я так понимаю, волна сейчас побежит, да? Да, ребята, бежит волна. Да елки-палки, только хотел сюда его поставить, он влепил уже. Слушай, вот этот поджигатель, это плохо. Он уничтожает, ребята, растения с помощью поджога, особенно орехи. Он уничтожает их вообще на изи. Слушай, он подходит слишком близко. Хотя бы так, хотя бы, ребят. Наша цель какова? Продержаться, да, вы понимаете? Остальное, в принципе, не важно. Ну, естественно, тут, конечно, нет такого понятия на 3 звезды. Но в идеале, чтобы ничего у нас не потратилось, потому что мы с вами получаем денежку за сохраненные, как говорится, вот эти вот газонокосилки.
Так, ну что, вроде бы неплохая, ребята, оборона выстраивается у меня, да? Я думаю, что да, очень круто. Наша сейчас основная задача — это собирать подсолнухи. Давай горохострел сюда поставим. Он лишним здесь точно не будет. Почему орехов здесь не хватает, а? Ой, сейчас подожгет, ребята, сейчас подожгет мой орех. Да, не успел, к сожалению. Ну, он потерял свою голову. Это мы ему, так сказать, отомстили. Ну что, подсолнухи... О, листочек прилетел. Это уже хорошо. Так, горохострел будет вот у нас здесь. Зачем я сделал? Он, бончу, стоит сзади, а горохострел стоит спереди. Нелогично получилось все это дело. Ну что он там бомбит? Посмотри. Мы можем, знаешь, как сделать с тобой? Вот таким вот образом. Опа! Уничтожили почти, но не разбили вот эти фрески, за которыми зомби прикрываются. Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо буянить, не надо паники. Подсолнухи только отдавайте мне, и все. Вот сюда поставим. Ух, какой обстрел идет капитальный. Смотри. Классненько обстреливаем. Стреляем со всех видов оружий. Так, опять этот идет с факелом, да, я смотрю. Да, да, именно он идет. Сейчас будет орех зажигать, поджигать, уничтожать, короче, его. Слушай, у меня уже, ребята, места нету, куда выставлять растения. Если честно. Смотри, я уже... Ой, елки, ты посмотри, что делать. Давай, 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 давай. Отлично, молодец, красавчик. Все-таки уничтожил этого хламона с поджогом. Слушай, нам нужно вот сюда влепить орех. Вот так я его сюда поставлю. Что, очередная волна, что ли, там? Что-то слишком как-то быстренько вы. Но мне зато выпадают листочки. Мне, ребята, выпадают листочки. То есть я могу сделать суперудары, если понадобится. Так, капуста. Капуста будет у нас вот здесь стоять. Просто закидываем их всех. Слушай, вот это мне не нравится. Смотрите, идет. Давай попробуем так сделать. Есть контакт. Подбили мы всех. Что ты ведро себе на голову напилил? Или это не ведро? Нет, это ведро. Или это ваза? Нет, ведро все-таки. С ведром на голове. Олух. Олух. Это последний, кстати, зомбарь. Нам его убить, и этот уровень у нас будет пройден. А я на всякий случай вот так вот буду сюда высаживать растения. Ну, просто уже для понта. Так, забираем, забираем. Все, спасибо за монетку. И этот уровень у нас пройден. Это у нас 16-й день, и мы с вами зарабатываем монетки. Скоро будет, ребята, 10 тысяч монет у нас. Это круто. Мы какие-то с вами выполняем задания. Что-то 20... Посадить 20 семян? За выполненный квест мы получаем с вами 5 гемов. И у нас что-то открылось. Что, я только не знаю. Наверное, следующий уровень, естественно. Так, дай-ка гляну, что у нас здесь. Выполнено. Да? Выполнено, хорошо. Так, по ивенту у нас что-нибудь тут... Ага, только играть. Здесь, конечно, пиньята разыгрываются. Ну, надо будет, ребята, действительно за кадром в это все дело поиграть. Потому что, ну, я думаю, вам не интересно будет, как я тут играю в ивенты всякие. Вам интересно, как я буду проходить основные сюжетки. Верно? А что это у нас такое? Переиграть для реварда? Нет, спасибо большое. Пойду-ка я лучше на 17 уровень. 17 уровень. Так. 14 растений. Что связано с 14 растениями? Не врубился я маленько. Ну, тут и думать нечего, ребят. Все по стандарту. Все по стандарту. Вот так это будет все выглядеть. Let's rock. Начинаем. Так, подсолнухи. Вот здесь, ребята, сразу же, наверное, выставляем бумеранга, потому что он должен уничтожить вот все эти надгробия. Да? Или нет? Я думаю, что да. Подсолнухи. Он стоит 175. О, бумеранг. Слушай, я там видел, что там будет, ребята, зомби с огнем, с факелом, который будет поджигать наше растение. Слушай, ну, крутой чувак, да? Тьф, накумарил. Такой постоял, постоял, упал. Их можно, конечно, орех сюда поставить. Но нет, не будем пока. Этот справится, он будет сейчас кумарить одного за другим. На, получи, получи. По щам получил. Отдуплился. Так, следующий у нас кто, зомби какой? Давай вот здесь, наверное, будем бомбить.
Не могу понять, почему вот этот вот все-таки зомби какой-то как наэлектролизованный, в электричестве. Не знаю, ребят. Но мы его... А, все, я понял. У него листочек находится. То есть, если мы его убиваем, он нам дает листик. Все, я теперь понял. Долго же доходит, да? Ой, а тут-то как опасно. Так, он кого жрет? Орех? Ой, ребят, смотрите, с факелом чувак идет. Быстренько его должны бомбануть. Это лучше всего сделает, наверное, тыква. Хотел сказать капуста. Конечно же, капуста. Не подходи. Сейчас, ребята, сжег. Просто взял и сжег. За 3 секунды. Ёлки-ты-палки, тут-то как я... Как тут я лопухнулся? Ты посмотри, давай сюда быстрее. А что я сделаю здесь, ребят? Я сделаю, знаешь что? Я могу вот так вот сделать. Выкопать. Давайте мне солнышки быстрее. И поставить. Давай хотя бы горохострелы уж так и быть и бомбанем. Вот таким вот образом. Я все, ребята... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что происходит. Сейчас мы здесь с вами, наверное, потеряем, бедненький наш подсолнух. Мы можем, причем довольно легко, если сейчас что-нибудь не предпримем. А предпринимать нам нужно как можно быстрее. Ну. Фух. Вот так вот, стоит, ребята, где-то зазеваться маленько, и все, и фейл. Ты смотри-ка его как сюда поддуло ветерком-то. Ай, бедные мои растения, бедные растения, их всех практически съедают. Горохострел, бомби. Отлично, спасибо за листочки. Так, мне как-то очень катастрофически не хватает денежек. Капусточка, бомби. Да как так они, ребят, я не могу понять, а где у меня... Все, да, газонокосилки, поехали. И это на последних-то монстрах. На последних зомбарях. Да, получим с вами минималочку по деньгам. Потому что две газонокосилки. Ну, сам виноват. Не уследил именно того момента, что у меня на дорожках здесь никого не было под защитой. Так, что это такое? Что это за кубок такой мы с вами получили? Плюс один. Не знаю. Ну, я думаю, что в дальнейшем нам расскажут. Так, что там? Еда для растений. Какая еда для растений? Чего вы несете? Не было печали, опять пошла реклама. Да что ж ты будешь делать? Может, отключиться от интернета? Может, тогда ее не будет. Так, 18-я миссия. А тут, ребята, не важно, насколько звезд мы прошли. Главное, что прошли. Так что я расслаблен. 18-я миссия. Давайте посмотрим, что здесь нам подготовили. Опять Дэйв. Что тебе нужно? Что ты? Что ты там пробормотал себе под нос? Я не понял, нифига. Так, ну я тут вижу обычные зомбари. В плане. Вы сейчас серьезно, что ли? А почему мне не дали подсолнух? Погоди. Погоди-ка. А почему мне не дали, ребята, подсолнух? А-а-а, вот оно что. Мне дали 2000 солнышек. Да, и я должен... Вот. Это что такое? Нам показали, да? Кто там типа стоит. Все, я понял. Ну что, let's rock. Давай. Сейчас будем, ребята, с вами. Так. Шторм. Я очень рад, что у нас тут шторм. Тихо. Как я тут должен успевать с этим всем делом, а? Давай, отлично, бомбанул. Так, подожди, ты... Не туда ты бомбишь, парень. Не туда ты бомбишь, ты должен бомбить по зомбарям. Вот, башня только срубает. Так, здесь смотрим, ребята, внимательно и контролируем весь процесс. Неужели здесь вот придется выставлять? Так, капусточку. Горохострел придется мне поставить сюда. Хочу я этого или нет, у меня есть листики, ребят. Если понадобится, мы можем с вами его применить. Да, ну вот это вот мне совсем не нравится, что тут происходит. Вот именно тут мне не нравится, что происходит, ребят. Так. Это мне мало что дает, да ведь? Да. Хорошо. Пока вроде бы, ребят, справляемся. Они слишком близко ко мне вот этим вот штормом, да, подводят зомбарей. Мне так не нравится.
Но они быстро их разносят. Ладно, хорошо, тогда потерпим пока. Все, ребят, монеток у меня больше нету. То есть вот что я с вами успел поставить, тем и будем бороться. Как все это будет происходить, не знаю. У нас есть только с вами листочки, которые мы можем вот так вот применять. Ёлки-палки. И все. Если у нас и листочки закончатся. Магия еще есть, точно. Ребят, у нас еще есть магия, мы можем ее с вами применять. Ладно, я думаю, справимся. Я думаю, должны справиться. Хотя, опять же, не факт. Смотри, что тут происходит. Поедают. Ребят, придется применять. Да ёлки-палки. Ну, жиденько-то как откинул их всех назад. Очень жиденько. Но пока вроде бы неплохо. Пока вроде бы неплохо. Мы с вами держимся. Да, и таким макаром я буду вечно скопить себе 10 тысяч монет. Давай, бомби. Вот тут, конечно, бумеранг это хорошо, но нету орехов. Не хватило совсем немножечко нам. И это еще не последняя волна. Вот что. Вот, вот теперь последняя. Пошла волна. Сейчас будет наплыв очень большой зомбарей. Листочков у меня нету. Соответственно, я, грубо говоря, безоружен. Единственный вариант это только применять магию. Применять магию или же откидывать их назад. Я думаю, что откидывать назад это лучший для нас вариант. Придется сделать, ребята, иначе фейл будет. Да улетайте вы отсюда. Я, главное, отбрасываю, а их ветер опять сюда, ко мне поближе подгоняет. Ты посмотри. Ты посмотри. Оу. Еще придется, ребята, так сделать. Может быть, я зря, может быть, я слишком чересчур испугался. Да нет. Не чересчур, потому что вот здесь вот идет очень много зомби. Все прикрытые. Ну, конечно, боевик мой пробивает их, но не так быстро, как хотелось бы. Да, было почти 10 тысяч. Осталось 6,5 тысяч. И это на начальных этапах все, да? Тратим деньги. Ну, а иначе зачем мы их зарабатываем? Конечно же, чтобы тратить. В общем, 18-й день у нас пройден. Так, сколько ты нам подкинешь? Ну, слушай, не так уж и много на самом деле денег нам дают. Что-то мы все время с вами открываем. Все открываем, открываем, и я не вижу. Я не вижу, чтобы нам что-то давали. Так, выходим на карту. И у нас, по идее, должен открыться новый уровень. 19-й. Так, ну что, ребята, я думаю, что на сегодня пока хватит, да? Мы прошли сколько с вами? Начали с 15-го. Раз, два, три, четыре. Четыре уровня. Ну, плюс еще немножко в ивент поиграли. Так, сколько я буду такими темпами проходить, ребята, этот Египет? Не знаю. Но обязательно пройдем. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Всем пока.